безобразничаю. Сотку выжил сейчас. Здорово! Привет труженикам! Скажи привет Ютубу! Ребята, всем привет! Сегодня 8 февраля. Это пивнушка с 1896 года. Заехал сюда. На улице 11 градусов. И вот такой ржавчик тут стоит. Аппаратище. Сейчас посмотрим. Что за модель вообще? Что за автомобиль? Моррис. Офигеть, без мотора. Ржавый, ну с 50-х годов точно. Похож на Volkswagen Käfer, то есть жук. Тут даже битлы. Помогите битлам, трибуту, лайв-концерт будет. Ага. Было в 2019. Короче, 1000 кубиков, то есть 1.0 мотор, минор, бак здесь хромированный тоже, на рессорах. Короче, труба дело. Мыши все съели там в бардачке, вон видим прям. А так панель, еще все живое. Спидометр, переключатели, руль тонкий очень, четырехместный, кожаный салон. Прикольно. Вот такая пивнуха здесь. Бочки. Там можно в палатке сидеть, пиво пить. Здесь книги на прокат за евро. 24 часа можешь приходить и книги брать. Ну а я на Кавасаки сегодня на своем. Грех не прокатиться. Так что вот так. Вот там вон этот снеговик сидит еще. В круглой башне. Прикольная машина. Крылья как раздуты на двери даже. Здесь дворники такие классические, старинные. Капот, эмблема такая тоже, типа спутника. Ну и зеркала тоже прикольные на крыльях. Opel, который вывезли со Второй мировой войны и потом начали любить москвичи. Первые москвичи. Также видим, вот старинный мопед на крыше стоит. Ржавый весь, на педалях. Прикольный. Кто узнал, пишите комментарии. Ну и вон дамочки сидят. До военных, наверное, годов еще. Ребята, всем привет! Заехал на пивоварню старинную 1896 года. Там на крыше ржавый мопед стоит. Я уже подходил к нему, заснял немного. Приехал я на Кавасаки. Сегодня 8 февраля. И 11 градусов у нас температура. Сухо пока. Завтра обещают уже шторм
и Оркан. И вот такая ржавчинка здесь стоит английская. Я ее уже тоже заснял немножко. Руль вон справа. Года 50-е. Короче, вот такая ржавая история стоит здесь. Давай, давай, пока. Я тоже поехал домой. Коллега Димон покатил. Так, ну вот это пивоварня. Звезда. Звезда и пар. С 1896 года. Через 100 лет я приехал в Германию. Вот такая история. А это моя школа вождения. Здесь я сдавал на права на мотоцикл. Зайцы. Чуть-чуть это видно, мой прекрасный бак.